Друзья, всем салют! С вами Максим Гурьянов, инструктор по фридайвингу, тренер по плаванию. Ездил я на Азовское море и по пути с Азовского моря, где, кстати, прекрасно отдохнул с семьей. Но, друзья, море честно, только поплавать, не нырятельно. Я заехал в Саратов в гости к прекраснейшему мастеру, зовут его Игорь. И Игорь дал мне вот такие чудеса, вот за моей спиной. Что это такое, ребят? Ремни. Ремни для фридайвинга, для подводной охоты. Кстати говоря, я их уже тестировал. Тестировал я их в наших, в пресных водоемах, в условиях ледяной воды. Ледяная вода у нас, она за термоклином, глубже, как правило, 5-10 метров. Что за ремешки? Ремешки такие цветные, красивенькие, да? Материал модифицированный полиуретан, держит любые температуры, экстремальные перепады, жара, лед, холод и так далее. Сейчас чуть-чуть поближе я вам покажу. Вот такие вот расцветочки всякие есть разные. Ребят, на самом деле времена, когда нырять нужно было в черном, носить черное, и рычать они достаточно давно уже закончились. Поэтому мы сейчас ныряем в ярком. Вот такие ремешки. Есть даже такие вот плюшечки в виде цифрового компаса, куда вы, наверное, можете посмотреть. И компас, полагаю, он светящийся. Есть один ремень даже. Сейчас его покажу. Вот такой ремень, он под водой будет светиться. Как-нибудь в тесте покажу. Вот, очень прикольный эффект. То есть материал, кстати говоря, покрыт не фосфором, чем-то другим. Заряжается на солнышке, на дневном свете. И потом свой свет он отдает. Вот видно расслаивание. Вот есть это верхний слой у нас, как раз он, собственно, светящийся. Вот эти, соответственно, не светящиеся. Очень хорошая эластичность. На нем... ребят пробовали даже висеть. Вот, он достаточно хорошо держит. Такие расцветочки. Сейчас посмотрим, что за пряжки. А пряжки не менее интересные. Ну, стандартная марселевская это у нас вот. Вот такая пряжечка, да. И есть еще уникальная пряжечка вот этого автора. Она литая. Вот. То есть туда влита вот эта пряжка, что добавляет обтекаемости, прочности, я думаю, да. То есть на этих ремнях, повторяюсь, уже висело и по 15 килограмм, и больше даже, то есть когда их тестировали именно на разрыв. Ремни очень длинные, то есть вот вы можете подрезать там под себя сколько хотите. В общем, по поводу их прилегания к костюму, вот эта сторона обратная, она антискользящая, то есть мокрая, она прилипает просто наглухо. То есть еще одна фишечка этих ремней в том, что обратная поверхность, она прекрасно прилипает к вашему гидрокостюму, будь то лайкра наружу, будь то голый костюм. У всех этих ремней вот такая гладенькая задняя поверхность. Поэтому сидеть на вашем гидрокостюме он будет просто как литой, ребят. Теперь самое интересное, друзья мои, как приобрести, сколько это стоит. Значит, в описании к ролику я оставлю вам координаты, собственно, они там всегда есть. Пишите мне в личку, то есть ремней вот всего столечко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В скором времени, я думаю, они у меня разойдутся, отправлю там любой вам транспортной компании. Вот, вплоть до того, что там, не знаю, голубиной почтой, если фантазировать. Что еще рассказать? Да, наверное, все рассказать. У меня лично такой красненький, красный гламурный ремень. Вот у вас могут быть вот такие ремешочки.
Хорошо, если информация для вас, ребят, была полезна, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. Делитесь данным видео с вашими подводными друзьями. Ставьте колокольчик в правом нижнем углу экрана, чтобы получать новые уведомления о видео на моем канале. Комментируйте, заказывайте, интересуйтесь. С вами был Максим Гурьянов. Увидимся на поверхности и вот там, под водой.